Иногда я рискую, не думая о последствиях. А потом чаще всего плачу. Это не важно. Главное, я учусь принимать собственные решения. Разбираться в том, чего я хочу, а чего нет. Расти — это всего лишь учиться принимать решения. Учиться быть собой и следовать своему пути. В мое время мафия тоже третировала тех, кто учился бесплатно, а власть молчала. Как и сейчас, все молчат. Директор, учителя, ученики. Всем все равно. Не всем. Ты хочешь бросить вызов мафии? Нет. Я их даже не знаю. Я уверен, ты что-то задумал. Нет, я иностранец, учусь бесплатно. Мне не по чину трогать мафию. Ты Юли. Юли, ну говори правду. Я тебе помогу. Что? Ты подрался с Маркосом из-за мафии. Я не смогу тебе помочь, если ты не будешь откровенным. Маркос кое-что знает. Совсем чуть-чуть. И ты применил допрос с пристрастием? Нет, Маркос не виноват. Он тут ни при чем. Но я разозлился от того, что все считают, будто это не их дело. Мафия тобой довольна. Почему? Она достигла цели. Я их не боюсь. Ты сходишь с ума и бросаешься на невиновных. Это их цель. Я не могу сидеть сложа руки, как все остальные. Если ты хочешь победить, наберись терпения и не кипятись. Это моя жизнь. Я все бросил, чтобы здесь учиться, и не позволю каким-то придуркам нарушить мои планы. Во-первых, уясни себе, они не придурки, не обольщайся. Они умные, они знают, чего хотят, и знают, как этого добиться. На войне самая страшная ошибка — недооценить соперника. Запомни это. Я пахну кефиром. Мия, ты вылила на волосы целую банку шампуня. Я потеряла терпение, но никак не обоняние. Чем пахнет? Миндалем, как твой шампунь. Поклянись подаренной мной футболкой. Клянусь. Ты куда? Сядь, посиди спокойно. Я не могу. На меня было совершено покушение. Может, Мариса случайно споткнулась, а она такая неловкая. Да, она не хотела. Хотела. Ей нужен Хакин. Но она не знает, что когда мне нравится парень, то я никогда не отступлю. Я ударю ее в самое больное место. Пойдем завтра в кино. Лучше на дискотеку. Да, идем вчетвером. Я не могу, у меня семейный обед. Я позвоню твоему папе, и он тебя отпустит. А за тобой я заеду на своей машине. У тебя же нет прав. Я езжу на машине, а не на правах. Вставай. Эй, давай сыграем. Партейку, хватит сидеть. Во что? Бильярд. Я не умею. Идем, я тебя научу. Кто последний? Мы уже закончили. Послушай, тут играют всерьез. В паре и на деньги. Идет? Отлично. Мы их разобьем, как детей. Ты пока отдохни. Я должен выиграть. Томас, идем играть. Я? Да, вставай. Я проведу все выходные с любимым. Только надень памперс. Параплан не для слабонервных. Не будь трусихой. Летать — это плевое дело, раз и все. Вы ко мне приедете? Нет, я останусь тут и буду тренироваться, а то с вашими танцами я расслабилась. Как хочешь. Ой, я забыла колечко начо в туалете. А ты собирайся. Попроси у Сони, чтобы выделила тебе комнату. Зачем? Ты так талантливо изображаешь из себя сиру и убогую, что скоро твои шмотки здесь не поместятся. За что ты так? Тише. Ты собралась? Я не поеду. Почему? Из-за истории? Сделаем задание вместе. Нет, нет, просто... Я вспомнила, что Мия меня раньше пригласила, и я ей обещала. Очень хорошо. Не забудь передать своей подружке, что у меня свидание с Хакином. Хороших ей выходных. Партия.
Заплати, чего стоишь. Я? Спасибо. Держи. Это ты все забил? Из любви к искусству. Давай завтра сходим в боулинг. Извини, я встречаюсь с Марисой. Проход по флангу и гол! Да? Ничего страшного, мой папа дружит с хозяином Кадетраль. Пойдем потанцуем. Я могу его заменить, нет проблем. Да, сегодня я свободен. Тогда поужинаем и на танцы. Как скажешь. Все дело в футболке. Это все? Да. Чтобы победить, тебе нужно собрать информацию и не высовываться. Мне спрятаться? Да. С ними надо бороться из-за угла. Из тени. Какая информация нужна? Где они собираются? Где-то в школе? В мое время это была черная рука. Они собирались на заброшенном складе. Я проверю. Склад разрушен. Ищи сам. Вы много знаете. Я тут учился. У вас диплом с отличием? Да. Может, вы один из них? Этого я тебе не скажу. Рискуй. Устав не для меня описан. Я возвращаюсь, когда хочу. И отец терпит? Он не смеет мне слова сказать. А он примет меня дома? Конечно, вы с ним сразу подружитесь. Ариас Паронда? Да. До свидания. А ты, Калуччи, остаешься. Купи себе очки. Самые лучшие. Итальянские, в золотой оправе. Жаль, я не близорукая. Я хорошо вижу. Ты наказана. Какой болван это составил? Я составил, а что? Простите. Почему? По просьбе твоего отца, ты проведешь выходные здесь. Но я иду с Хоакином. Ничего, Пилар тебя заменит и покажет ему город. Я папа? Да, ты. Тебе не нужны билеты. Отдай нам. О, Хоакин, тебе не уйти, я на страже. Мама, ты меня убьешь. Мама, ты лучше всех. Твои представления — это образец высокого искусства. Что ты попросишь? Ничего, я лишь высказываю вслух свои мысли. Говори. Мама, не наказывай меня на выходных, а? Ты это заслужила. Мамочка, ты же сама в это не веришь. Я пройду курс терапии с тобой, с Пеппой, с директором. Нет, только не с ним. Пожалуйста, отпусти меня погулять. Ты раскаялась? Да, я всем скажу, что я... Что ты самая красивая мама на свете. Глупая, ты же всем кричишь, что я тебе не мать. Я это сделала для тебя, чтобы ты казалась моложе. Но мне самой нравится быть твоей мамой. Ты ничего не понимаешь. Это не эротично иметь взрослую дочь. Мы же с тобой так знаем, что я твоя любящая доченька, а ты моя замечательная мамочка, самая лучшая на свете. Ну, прости меня, прости меня. Уже простила. Спасибо. Ладно, целую колено. Это шутка. Поправь мне наряд. Пеппа! Пабло, что скажешь? Спасибо. Что это? Открою, видишь? Ну как? Ну как тебе? Неплохо. Как и в предыдущие выборы. Это значит, что как и на предыдущих выборах, меня изберут. Думаю, да. Следующую кампанию ты станешь совершеннолетним и сможешь голосовать. Да? За тебя? Не смейся, ты не знаешь оппозицию. Пабло, я не смогу встретиться с твоей подружкой вечером. Пусть они приезжают к часу в Житан. Нет, нет, в это время она никак не может. Встретимся в следующий раз. Пабло, если она у тебя в кулаке, она изменит планы.
Думай. Алло. А, это ты? Пабло, у меня температура 40, так что завтра я никак не смогу к тебе приехать. Ты была здорова? Да, но на меня напал этот ужасный вирус, который ходит по городу. Мама подтвердит, скажи ему, скажи, пожалуйста. Алло, ты Пабло? Моя крошка в постели. Она буквально лежит при смерти. Да, дайте мне Марису. Пабло, я так расстроилась. До понедельника. Слушай сюда, ты все равно к нам приедешь, даже в гробу на колесиках. Записывай время и адрес ресторана. Что делать? Меня ждет Хоакин. Скажи честно, она обожралась? Нет. Да, она неисправима. Я плачу бешеные деньги диетологам, а она жрет именно то, что нельзя. Я тоже хочу ей помочь. Она не воспринимает помощь. Я ставлю ее перед зеркалом, говорю, посмотри, ты стала похожа на гиппопотама. И ничего. Простите, но мы с вами по-разному понимаем помощь. Я хочу внушить ей уверенность в себе. Это-то я и пытаюсь вдолбить ей в голову. Тебя никто не любит, потому что ты себя не уважаешь. Но она не слышит. Знаешь, сколько я весила в ее возрасте? Прости, это не твои проблемы. Позовите ее. Мануэль, ты пришел? 47, 48, 49, 50. Я тебя везде ищу. Словно мне делать нечего. Я тоже тебя люблю. Спасибо. Чтобы больше не вздумала прятаться. Есть. Алло? Мариса? Только успокойся. Я повторю. Взять у Начо компромат на Пабло. Хорошо. Не кричи, я тебе привезу. Пока. Луна, это тебе, а я пойду и потрачу все деньги со своей карточки. Не надо, держи. Смотри, я их ни разу не надевала. Получай. Мия, спасибо, но мне жизни не хватит, чтобы сносить столько нарядов. Тогда отдай их бездомным. Мия, успокойся. Позвони папе, поговори с ним. Этот сеньор больше мне не отец. Не говори так. Как ты не можешь понять? Он никогда меня не наказывал, и в первый же раз. С такой изощренной жестокостью. Ну, не преувеличивай. Один выходной можно и потерпеть. Это не просто выходной, Луна. Непростой выходной. Раньше я никогда не влюблялась, никогда. Мне предстоит первое свидание, а папа нарочно надо мной издевается. Позвони ему и все объясни. Забудь. Я умираю от обиды. Среди вещей, которые не успела надеть. Когда закроешь мне глаза, забери все это на добрую память. Мия, не говори ерунды. Ответь ты, у меня голос сорвется. Алло? Сеньор Калуччи? Я Луна, подруга вашей дочери. Скажи, что я в туалете с лезвием в руках. Сеньор Калуччи? Я все слышал. Я не волновался, но судя по количеству сказанных ею глупостей, напрасно. Повесил трубку. Какое бездушие. Мия, хватит. Я так это не оставлю. Что делать? Как отомстить? Придумала. Подожди, ты куда? Клянусь платьем от Армани, и я пойду в бар. А папа? Пусть. Может, передумаешь? Ты же заблудишься. Всем кутюрье приходилось рисковать, чтобы сделать себе имя. Ты раньше хоть раз выходила одна ночью на улицу? Так делают все простые люди. Я возьму пример. Некоторые исчезают. Ты читаешь газеты? Я не ребенок. Мия, не обижайся, но довольно, Луна. Не отговаривай меня. Просто отвлеки его, пожалуйста.
Простите. Добрый вечер. Тебе помочь? Да. Я вышла подышать воздухом, у меня голова кружится. Иди присядь. У тебя пониженное давление, наверное. Да. Вы не проводите меня в колледж? Я не могу оставить пост. Ой, как мне дурно. Держись, идем. Спасибо. Y ya me cansé de seguir en guerra contra el mundo. Me duelen los pies de pisar las flores de la mentira. Ahora me dejo atrapar en tu telaraña. ¿Tomaste tu remedio? ¿Te приняла лекарство? Ты мое лучшее лекарство. Я не мог тебя не проведать. Теперь я быстро пойду на поправку. Я не смогу выполнить обещание и остаться твоим парнем. Ты мне поклялся. В тот миг я не мог поступить иначе. Ты вдруг меня разлюбил? Любовь вдруг не проходит. Это была не любовь. Ты не боишься последствий? Ты хочешь, чтобы я остался с тобой из страха или жалости? Ты мне нужен. Я не хочу тебя терять. Давай останемся друзьями. Мне ни капли не страшно. Все девчонки ходят одни по улицам. Чем я хуже? Кстати, где эти девчонки, которые одни ходят по улицам? Это не та улица. Я заблудилась? Нет. Куда дальше? Пойду прямо. Как тут темно. Ты ко мне? Нет, нет, я просто иду по своим делам. Дай что-нибудь. Это помада для губ, чтобы не потрескались. Вам пригодится. Посиди еще немного. Нет, нет, уже поздно. Мама разрешает моим друзьям засиживаться допоздна. Давай посмотрим какой-нибудь фильм. Нет, спасибо. У меня сегодня был трудный день, и я хочу лечь пораньше. Ну что ж, пока. Пока. Прости. Тебе не за что извиняться. И я всегда буду... Тебе благодарна. Правда. Посмотри на ее детские фотографии. Она не всегда была... Фелиситас, где Мануэль? Ушел. Куда ушел? Почему такой беспорядок? Я споткнулась.
Он бросил меня. Мы расстались. И ты объелась с горя. Нет, я же вижу. Ты, как всегда, жуешь. Это был твой первый и последний поклонник. Как тебе мое шоу? Обезьяна в перьях имела бы больший успех. Это шутка. Ты неподражаема. В тот день, когда ты заявила, что я тебе не мать, я хотела спросить тебя об одной твоей подружке. У меня нет подружек. У всех они есть. Ты давно подружилась с Мией? Насколько близко? Я предпочту завести дружбу с нильским крокодилом. Хватит выступать. А ты не говори ерунды. Мия не может дружить с теми, у кого есть хоть капля мозгов. Зачем ты с ней фотографируешься? У тебя все серое вещество испарилось после обезьяньих прыжков по сцене. Да будет тебе известно, что моим прыжкам позавидует любая обезьяна. Кстати, я видела этот снимок своими глазами. Где? Отец Мии пригласил меня в ресторан и показал. Ты опять встречаешься с этим доморощенным мафиози? Он очень обеспокоен последствиями вашей предполагаемой дружбы. Не хочет, чтобы его доченька общалась с тобой. После этого признания ты выбила ему два зуба. Я бросила его на растерзание своим фанатам. К тебе пришли. Кто? Как я рада тебя видеть, радость моя. Проходи, солнышко. Принесла? Я переоденусь. Пеппа. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Ой, мам. Я устала. Остановлю такси, даже если за рулем Микки Маус. Не пугайся, это я. Питер, что ты здесь делаешь в это время? Я знал, что ты сбежишь и поехал тебя искать. Ты заблудилась? Ничего подобного. Хочешь, скажу, где север? Было бы солнце, я бы сразу сориентировалась. Это не важно. Мия, посмотри вокруг, это опасный район. Слава богу, ты жива. Тебя папа послал, да? Нет, твой папа ничего об этом не знает. Ему вполне хватит твоей забастовки. Поехали. Нет! Я отвезу тебя в колледж. Я не для того сбегала. Я не знаю, для чего ты сбежала, но знаю, зачем вернешься. Да? Зачем? Затем, чтобы твой папа ничего об этом не узнал. Нет, Питер, не предавай меня, у меня свидание с Хоакином. Я потеряю мужчину моей мечты. И тебя до конца дней будет мучить совесть. Пускай. Хоакин отправился с Пилар по билетам Мии. Отлично, а куда? В катедраль. Кажется, знаю. Амия? В ярости. Нечего уводить чужих парней. Кстати, зачем тебе понадобилась кассета? Начо записал музыку Пабло, когда тот репетировал. И что? Я пригрожу, что отдам кассету отцу, которого тошнит от музыки. Отличная мысль. Идея. Одну копию я отдам отцу, а вторую отправлю на радио. План достойный тебя. Давай послушаем. Я заказала столик на всех в одном чудненьком ресторанчике. Отговорки не принимаются. А потом мы все поедем танцевать на дискотеку «Катедраль». Правда, мамочка? Я не верю. Почему? Детка, она в первый раз берет меня с собой. Скорее, пока не передумала. Все замечательно. Хоакин будет счастлив.
Я все предусмотрела. Они не встретятся. Идем, мама. Я запуталась. Пусти. Ой. Мы опаздываем. Мама, бегом. В мое время это была черная рука. Они собирались на заброшенном складе. Это где-то здесь. Я найду ваш тайник. Ай-яй-яй. Да, я попробую тебя развеселить. Здесь сюрприз. Твои любимые пирожные. Шоколадные с миндалем. А еще фрукты в сахаре. Питер! Питер, ты разлучил меня с любимым. А теперь хочешь, чтобы я растолстела? Унеси. Мия, не плачь, пожалуйста. У меня сердце разрывается на части. Потерпи всего 2 дня. Не делай глупостей. Мия, пожалуйста, не сердись на меня. Я тебя очень люблю. И никогда, никогда не поступлю тебе во вред. Я не сержусь. Прости меня. Ты не виноват. О чем ты задумалась? О том, что мама наверняка поняла бы меня и защитила. Иди, посиди со мной. Она меня защищала, когда папа надо мной издевался. Мия, твой отец никогда над тобой не издевался. Да, но... она все время проводила со мной. Или оставляла меня служанком. Ничего. А это что? Мама! Я чуть стекло не вылетела. Прости, детка, я совсем разучилась водить машину. Боже, меня уже ждут. Больше я не сяду за руль. Всем спасибо. Спасибо всем. Теперь он точно узнает, что Соня твоя мама. Спасибо, мои дорогие. Я тоже вас люблю. Соня, можно вопрос? Хорошо, задавайте только по одному. План номер 3. Я исчезаю с любимым. Что я скажу Соне? Что-нибудь. Как ваша дочка? Я без нее жить не могу. Мы приехали вместе с ней и с ее подругами. Я вам их покажу. Лухан? Мариса, радость моя. Лухан, а где Мариса? Лухан, солнышко мое, куда делась Мариса? Она побежала внутрь, чтобы забить нам классные места в самом центре танцплощадки. Она еще не поняла, что Сони Рэй всегда представит лучшее место. Идем. Первые 10 входят со мной, журналисты тоже.
Много интересного в спорте. Какая встреча! В городе столько дискотек, а мы все пришли сюда. Какое совпадение? Почему вы торчите снаружи? На меня охотятся журналисты. Нам не пробиться к входу. Вы пропустите лотерею. Какую? Разыгрывается поездка в Диснейленд. Нет. Я там 100 раз бывал. Правда? А я нет. Тогда беги скорее, там еще куча призов. Компьютер, одежда. А где взять билетик? У меня нет. У Лухан полно. Возьми половину. Спасибо, ты прелесть. А вы? Мы тебя догоним. А где мой билетик? А тебе достался первый приз. Она еще спит. Как младенец. Бедняжка. Горе ее убило. А ты откуда? Питер попросил меня посидеть с тобой. Где ты был? У тебя дома. Ты разболтал папе, что я сбежала, да? Нет, Мия. Я привез тебе кое-что, чтобы скрасить твои выходные. Миссия невыполнима. Может быть, но я все равно оставлю. Только сохрани это в тайне. Дай мне слово, что твой папа ничего не узнает. Пока. Пока. Что он притащил? Del aire ni del viento, acaricio las estrellas sonriendo, y mis lágrimas van cayendo sobre el tiempo. Какой стиль! Это вещи твоей мамы. Смотри. Ты меня спасла. Я чуть голову не сломал, думая, как мне от нее свалить. Спасибо. Знаешь что? Я думал, что умру со скуки в колледже. Но встретил тебя. И словно ожил. В колледже, конечно, скука. Да. Но твой приход все изменил. Да? Да. Телефон? Нет. Это твой, у меня не так звонит. Пустяки. Пустяки, не буду отвечать. Ответь, у нас полно времени. Алло. Да, мама. Да, мама. Хорошо. Я скоро буду. Отвези девочек в колледж. Через час я буду дома. Ладно, раньше. Твоя мама? Да. Ждет тебя дома? Да. Она уже старенькая. Пьет на ночь снотворное, но все равно не может заснуть. Поехали, я тебя провожу. Вот и кончилось наше время. Мы еще многое можем успеть. Идем. Ты мне звонил? Отец так испугался, что сам меня привез. Что у тебя стряслось? Что случилось? Это архив мафии. Бумаги, которые мы с тобой получили? Нет, это новенькое. Смотри.
Кошмар. За нами следят. Привет. Ты пришла раньше времени. Да, я всю ночь не спала, предвкушая встречу с твоей семьей. Особенно с папой. Такой важный человек. И нашел-таки время для меня. Я чуть не плакала от восторга. Добрый день. Привет. Как дела? Хорошо. Ты рано пришла? Да. Покажи ей дом, мы скоро. Спасибо. Не играй со мной. Почему так рано? Чтобы предупредить, что у меня свидание с Хакином. Только попробуй, парню конец. Да? Может, это тебя убедит? Что это? Твоя музычка, которую я не стала слушать в страхе за мои бедные ушки. О чем ты? Ты думал, что я у тебя в кармане. Наоборот. Я кошка, а ты мышка. Я записала твою репетицию. Тебе самому придется объясняться с папой. Меня не будет. Кстати, запомни, у меня осталась пара копий. Ну, что там? Кто из нас кот, а кто мышь?